Сейчас Слава зайдет. Как тебе контент Славы с порнописами? Пойдет, отлежит киску. Что? Это он тебе так сказал? Трэч, что ли? Прячься. Реально прячься. Да ничего, никто не топает даже, я это услышу. Блин, чат. Сдох тут, блядь. Да от меня. В смысле? Прям своим соусом хуячим, блядь. Давай из-под столика вылази, блядь. Сейчас я сяду и обратно залазь. Слав, ты дурак, не смешно. Ну, это же правда, ты мне обидно. Ну, сколько ты подлизываться будешь, а не я подлизываться? Я не буду, не то что подлизываться. Ай, блядь, наехал на палец, нахуй, стулом. Так тебе надо, карма. Что ты хочешь от меня? Что ты? Что тебе надо? Грим. Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан, уля-ля, что за сайт? Нет, тихо-тихо. Чё? Ну, правда, ты же должна правильно то, что я там могу пошутить про пиздёнку. А, ты чувство вины испытываешь, да? Хуя ли я чувство испытываю? Если бы мне было за что, нахуй, да, я бы вот там ты делаешь, что, значит, тебе есть за что. Ну, если бы я испытывал бы чувство вины, и мне было бы за так что. Так нет, значит, есть за что, раз ты пришел сам я ко мне. Я пришел к тебе, потому что это любовь, дура, блядь. Это любовь, поэтому, нахуй, называется. А, да? И поэтому ты сейчас так это. Это называется любовь, это называется, блядь, половой контакт, половая борьба. Грибной каблук, суелька. Он на пизду соло золо еще смотрел. Ну посмотрел, чтобы челлендж понял. Да, я смотрел на пизду соло золо. И что, чем ее пизда отличается от твоей? Ты охерел? Да не в том смысле, ты? Блядь, ну что, они все похожи, пизды. Ай, блядь! Ну я шучу. Нет, ах, вот... ты тряпь! Да, блядь, вали отсюда! Да, вали отсюда! Вали отсюда! Все, развод! Развод! Все, как кто-то меня звал? Я поехала. Ну дура ты! Ты дура! Ты что несешь? Я в плане то, что я тебя люблю. А, да? А ты мог сказать, а, интересно, что там за челлендж? Пойду-ка я Кате посмотрю. Что, пизду Кате? Пойду попрошу, чтобы Катя сделала. Тебе кажется, странно, так интересно, что это за челлендж? Пойду-ка посмотрю пизду Кате. Нет, не так. Типа тебе говорят то, что там есть такой челлендж. Такой, Катя, повтори мне просто такой челлендж, я его не видела. И все. Смотри, послушай меня, внимание. Ты моя любимая женщина. Мне не нужна пизда другой женщины. Мне нужна только твоя пизда. Чуть закотятил, блядь. Спасибо большое, Чифпив. Ты должна понимать то, что мне нужна только пизда любимой женщины. Он смотрит чат и хавает. Да, это, возможно, звучит грубо, потому что я говорю пизда. Слав, да что ты несешь? Я очень кринжую. Нет, слушай дальше. Я готов терпеть тысячу надписей, что я каблук. Лишь бы ты была рядом. Лишь бы твоя пизденка грела мою душу. Там не каблук пишет, Слав. Ну и чуть-чуть пишет Едька Егоров. Ну, кстати, блядь, тоже нахуй. Че ты, блядь? А, ты решил так переметнуться, а да? А че ты, блядь? Ага. Мне так-то еще, блядь, Полина только что писала, если что. Да, что она тебе писала? Приезжай, говорит. Да? Ну да. Они тоже тут, видишь, пишут. Все, как титьки вырвать ее. Сейчас я тебе как вырву кое-что тоже. Как укушу сосок и просто... Как шакал, блядь. Ебаный. Ладно, малыш. Да хватит тебе уже, все, обними любимого. Да я не могу, ты... У меня это еще кабарит. Да, это вчера жестко. Я вчера, ребят, чтобы понимали, хуем зуб мудрости выбил. У меня винт поставили просто для брекетов. Не надо, пожалуйста, пожалуйста, мне нельзя так падать. Мне вообще нельзя. Ты меня так, вообще... А, типа сиськи выпрыгнут. А ты еще без личика начала стримить, блядь? Слав. Скоро, блядь, без личика, потом без трусиков, блядь, потом без шортиков, блядь. Прям с киской хочешь, да, стримить? Слав, ты дурак. Потому, чтобы реально запал киску. Слав, ты дурак. Я это сказала, когда замьючила микрофон, ты решил это сказать, когда я включила его специально? На день недели. Да просто жарко. Ой, бля, жарко пиздец как. А что так тут не открываешь? Открыто, открыто оно. А, закрыто? Топ-10 самых тупых людей. Неделю жаловался, что в комнате жарко и ни разу не открыть окно. Я все время с открытым окном сидела, алло. Здесь холодно, пиздец. Ну, оказывается, да, холодно. Просто еле села. Так нет, вчера просто было жарко, поэтому я не открывала. У меня еще костер, блин, у меня печет, у меня капец, да, как, кстати, жарко. Костер тебе пиздец дает прям. Нет, да реально, от него очень жар сильный. Это вообще такая тупость, блин, летом костер поджигать, это бред. Ну, а мне нравится, что теперь? Ну, я хуй знаю. Давай водичку включим, будет это, как-то во-первых, покомфортнее. Это, во-первых, небезопасно. Не пишу, что...
Туши костер. Что? Ладно, малыш, пойду бульончика возьму. Какого бульончика? Куриного. Ты пойдешь играть? Нет. Кондиционера тут нет. А его и тяжело ставить, тут с этим проблемы. Подожди, Слав, да. Вообще нет? То есть меня отшил. Ты забыл, что ты сейчас на этих каком? Малыш, я тебе говорю, если мне было за что извиняться... Поэтому ты пришел? Я пришел, потому что я тебя люблю. Как ты это не понимаешь, ты ебаный сын. Чат, он поэтому пришел? Я могу больше не приходить. Чат, он поэтому пришел? У него такие глаза очень черные, да? Есть такое? Или не мне кажется? Загадочно. Нет, пишут, не поэтому ты пришел. Не так вы же понимаете, что он сам ко мне. А ты что? Ой, ты на меня, наверное, обиделась, нет, да? Потому что я знаю, что ты. Ну ты у меня, смотри, ты у меня в отношениях заимпровалась. То есть ты стала, ты на опыте. То есть ты мудрая женщина уже. Что ты имеешь в виду? Ну, то есть ты как бы адекватно восприняла, потому что конкретно я как бы не предлагал никому коллаборации в области половых гениталиев. Нет. Я просто предложил, типа, говорю, давайте я заснимусь у вас в фильме. Что значит заимпровалась? Ну, то есть ты мудрая стала. Почему? Ну, потому что. Что ты имеешь в виду? Ну, типа... Так, я знаю, что любишь, хотя... Нет, хватит, ну скажи, ну пожалуйста, ну скажи, ну правда! А что значит, что ты имеешь в виду? Что, как можно еще ну, больше просто, ну, слово «мудрое»? Просто скажи мне, какая классная и все. Ты классная? Ну, ты можешь нормально объяснить? Сейчас я скажу, что ты ЧСВшная, сейчас запишу пусть челлендж, блин. Слышишь? Я сейчас прыгну членом, блядь, в камеру. Давай. Офигеть, хай будет. Давай, говори, что значит мудрая, давай ладно, объясняй. Все, отдыхай. Нет, ну пожалуйста, Слава, тебе тяжело мне комплимент сделать, ты, сука. Ладно. Ну пожалуйста, любимый. Он сказал, хер тебе не комплимент, падаль, это нормально? Слава, ну пожалуйста. Ну пожалуйста, ну скажи, что я мудрая. Ты мне перед всеми друзьями всегда раньше срал. Так вот возьми и скажи публично, какая у тебя классная. Он, короче, чтобы вы понимали, постоянно. Теперь у меня так плохое говорит. Угу. А хорошего не говорит. А мне было интересно послушать. Да что вы, момент, чат, я же шучу, что вы. Ну, говорит, конечно, я хотела бы послушать. С таким аппетитом смотрел на Соло-Золо. Ребят, честно, я сама на них смотрю с аппетитом. Вы что думаете, когда выбираешь материал для просмотра, смотришь на что? На что? На все смотришь, правильно? В совокупности. Поэтому... Что? Скиньте фреймтеймеру номер платный скорой.